Приветствую всех на моем канале Одесса, 30 ноября. Завтра в целях сбережения электрической энергии в Одессе троллейбусы и трамваи ходить не будут. Также с завтрашнего дня в Одесской области и Одессе будут подавать электроснабжение минимум 2 раза по 4 часа в сутки. Об этом сообщил ДЭК Одесские электросети. Сообщается, что будет сделано все возможное, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более 8 часов. И в каждом доме свет был минимум 2 раза по 4 часа в сутки. Отключения будут происходить для всех клиентов по очереди день и ночь в течение недели. Такой режим будет действовать, пока не снизится дефицит генерации электроэнергии и ситуация в энергосистеме не стабилизируется. Хорошая новость для Одессы. Турецкая компания «Карповая ЩИП» направит в Одессу суда электростанции. Обсуждают с руководством «Укрэнерго» размещение рядом с Одессой 3 суден электростанций общей мощностью 300 мегаватт. При полной мощности можно обеспечить электроэнергией до 1 миллиона абонентов. Я желаю всем спокойной ночи. Берегите себя.